Постамент на площади Революции давно стал негласным символом Иваново. Но на самом деле внутри памятника обстановка более чем прозаичная. Сломанные метлы, бутылки, саженцы цветов. Символ революции, по сути, превратился в бытовку. Увидев, во что превращается памятник, депутат Гордумы Николай Плотников отправил запрос в администрацию с требованием навести порядок на центральной площади, в частности, внутри постамента. В последнее время очень резонансное дело получилось, когда жители города обрывали с клумб тюльпаны, и местная власть возмущалась, как это можно, грозилась наказать горожан, призывала их к совести. Но, с другой стороны, я смотрю, что власть сама показывает пример, как относиться к достопримечательностям нашего города, главному памятнику, который является, по сути, визиткой нашего города. И это меня, конечно, сильно возмутило. Очень надеюсь на то, что власть будет последовательна и наведет порядок, и приведет памятник в соответствующее назначение. Под соответствующим назначением депутат Плотников подразумевает иллюминацию, которая была установлена внутри тумбы. Свет, вырывавшийся из колонны, символизировал свободу духа ивановских революционеров. Внутри памятника был раньше установлен кристалл, который логично вписывался в задумку этого памятника. Его сейчас нет, не знаю, где он хранится, но считаю, что это все надо восстановить, и это в то же время и привлечет туристов, и вообще удобно было бы. Получится ли у депутата вновь зажечь огонь революции, пусть даже символичный, покажет время. На запрос городская администрация обязана ответить в течение месяца. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.